пункта части 4 статьи 291 УК РФ назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения лишится территории до вступления приговора в законную силу и заключения под стражу оставить без изменений срок наказания Юлина. Исчисляется 19 апреля 2016 года за счет срока отбытого наказания Юлина время распоряжения под стражу в период с 18 октября 2016 года по 18 апреля 2017 года включительно. Принимаем внимание, что меры процессуального принуждения для ареста на имущество ФСБУ была наложена судом до декабря 2016 года, то основание снятия данной меры процессуального принуждения судом не смотрит. Меры процессуального принуждения для ареста на имущество ФСБУ.